Артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, упражнения по постановке радиоэлектронных помех, борьба за живучесть корабля на ходу, прохождение узкости, плавание в условиях ограниченной видимости, противодиверсионные мероприятия. Все эти тактические задачи в рамках учений в море за несколько дней успешно выполнил экипаж корабля Балтийского флота «Мытища», сообщает пресс-служба Министерства обороны страны. «Мытища» – малый ракетный корабль проекта 22800 с шифром «Каракурт». Характеристики ракетоносца делают его почти незаметным для радаров противника. При этом он имеет хорошую мореходность с возможностью автономного хода до 2 недель и скоростью 30 узлов. «Каракурты» оснащены комплексами ударного и противовоздушного оружия, системами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Основным вооружением этих кораблей стали крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».